Ну вот. У вас получается 1,40 на 1,50 м. Это 2 м². Вот на этот квадрат надо вылить 2 л воды, если на литр на 1 м². Вот поэтому считаем. 24 должно быть. До 24. Вот выливаем так. Сюда, 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 сюда. Легонько, легонько. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Да. Грибочки наши сейчас попьют водички. Завтра они будут хорошенькие такие. Хорошенькие. Завтра будет побольше, да? Конечно, они будут завтра побольше, они подрастут. А когда собрают? Ну, вот эти средние будем завтра собирать. Остальные будем через день собирать.